Самарский государственный аэрокосмический университет может занять базовое место в ракетостроительной отрасли страны. Об этом заявил губернатор 63-го региона Николай Меркушкин. На федеральном уровне принята программа развития авиации, под которую планируется выделить без малого 1 триллион рублей. Сейчас очень важно нам сделать так, чтобы вот мы в ближайшие, скажем, 2-3 года уже заявили о себе так, что уже, условно, ни московский, ни какой другой уже по сравнению с нами не мог претендовать на вот подобную роль. Аэрокос, входящий в крупнейшую общественную организацию страны «Союз машиностроителей России», тесно взаимодействует с другими вузами и отраслевыми организациями, постоянно восполняет дефицит кадров на промышленных предприятиях. Но для вхождения в топ-100 вузов мира этого мало, считает ректор СГАУ Евгений Шахматов. Надо сделать очень быстро. Это создать коллективы по прорывным направлениям работы. И это уже мы сделали, то есть костяки созданы. К ним должны примкнуть те представители предприятий и других вузов, которые сегодня вот здесь собирались. И, наверное, это будут такие совместные центры перспективных разработок и центры превосходства. ВУЗ намерен привлекать специалистов из-за рубежа, активно развивать направление создания виртуальных двигателей и виртуального проектирования производств, а также укреплять связь с производственным комплексом страны. Кроме того, на базе СГАУ может быть создан научно-технический совет, куда войдут ученые, академики и эксперты авиакосмической отрасли из разных стран.